Короче говоря, я прогулял школу. Это была среда. Все было хорошо. Я, как всегда, сладко спал, как вдруг зазвенел будильник. Я пытался его выключить, но пришлось его выкинуть. Я так хотел спать, что решил прогулять школу. И тут я придумал. Короче, если что, я не услышал будильник и из-за этого проспал. Идеальный план. И дальше лег спать. Прошел час. Зашла мама. Ты чё дрыхнешь-то, тюлень? Тебе в школу пора. Я будильник не услышал, вот и проспал. Давай бегом одевайся, ёпты. Я побежал одеваться. Пока одевался, я думал, как же всё-таки не пойти мне в школу? И я придумал. Прибежал на кухню, достал аптечку, нашел градусник. И пока мама не видит, нагрел его с помощью батареи. О, неплохо, 38,5. Я притворился больным, покашлял, сопленьки намазал и побежал к маме. Короче, у меня температура 38,5. О! Мама посмотрела на градусник и посмотрела на меня. Ну-ка, померь еще раз при мне. Знаешь, мама, я уже намного себя лучше чувствую. Я пойду одеваться. Да. Иди, иди. Хорошего тебе дня. Я оделся, собрал портфель и пошел в школу. Пока я шел в школу, я размышлял, как же все-таки в нее не пойти. Тут я увидел какого-то парня, и у меня появилась идея. Я к нему подошел. Привет, мы знакомы? Нет, я с дебилами не знакомлюсь. Ты че, охренел? Мама, меня избили, мама, избили меня. Что случилось? Кто это сделал? Не знаю, напали сзади, оставили мне фингал, ногу ударили, портфель отобрали. Ладно, оставайся дома, что там тебе лёд. Короче говоря, я прогулял школу. Что ты сказал? Ничего. Эй, если понравился видос, подпишись на канал, а также не забудь про лайк. А с вами был я, Кеша, всем пока.